Ежегодно, вот уже в 20-й раз, в Ступинском районе проводится областной конкурс механизаторов. Число участников растет. В этом году более сотни механизаторов из 16 районов Подмосковья приехали на состязание. Открыл праздник глава Ступинского района Павел Чулпан, отметив, что День пахаря – один из главных праздников нашей области. Главный человек на земле – это пахарь. И вот в честь этого события мы здесь все собрались для того, чтобы определить символично нашего победителя сельскохозяйственного года. Конкурс проходил по 5 номинациям в 4 различных тяговых классах и на агрегатах с оборонными плугами. Многие механизаторы принимают участие уже далеко не в первый раз. В том числе и механизатор из Ленинского района Николай Годин. В прошлом году он занял 2-е место, уступив пальму первенства лишь коллеге из Ступинского района. В этом году удача отвернулась от нашего земляка. Участок попался сложный. Делянка попалась одна дорога и болото. Это плохо? Конечно. Как оцениваете свою работу? Я плохо. Почему? Ну, потому что в дорогу попал и в болото. Здесь низина была, плохая пахота получилась в этом году. И все же День поля – это в первую очередь большой праздник лучших представителей профессии. А раз праздник, значит и песни, и танцы, и всеобщая радость. После состязаний, пока жюри подводило итоги, все желающие смогли осмотреть выставку новейшей техники и сельхозпродукции местных производителей. А в конце дня всех победителей наградили почетными грамотами и ценными подарками. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Анастасия Нурхунова, Видное ТВ.